Новогодний турнир по хоккею в Литвиново – это уже традиция. Он проводится в третий раз. Сюда приезжают команды из нескольких населенных пунктов нашего городского округа и из соседних муниципалитетов, где имеются хоккейные клубы. На этот раз в турнире участвуют 6 команд. Он проходит в 2 круга. Команды встречаются между собой, причем дважды. А по результатам коротких 2 тайма по 20 минут игр назначаются финальные встречи, в которых и устанавливаются победители. В новогодние праздники такие турниры проводим, да, вот, почему, потому что, ну, это начало Нового года, и история есть небольшая, что вот турнир проводится уже в третий раз, вот. И команда стала участвовать, потому что такой он укороченный формат, играет 2 по 20 грязное время, потому что в день получается по 2 игры у каждой команды. Традиционно в начале турнира хозяева встречаются с самой именитой командой. На поле вышли игроки из спортивных клубов «Литвиново» и «Свердловка». Борьба завязалась с первых секунд очень острая, однако в первом тайме дважды гостям удавалось провести шайбу в ворота противника. На перерыв команды вышли со счетом 2-0 в пользу гостей. Во втором тайме хозяева турнира бросились в атаку так яростно, что подряд тоже дважды забивали голы. Но дальше спортивная удача улыбнулась гостям. Шайба влетела в ворота литвиновцев. До конца встречи хоккеисты из Свердловского держали глухую оборону и сумели устоять. Игра закончилась с результатом 3-2 в их пользу. Интересно, что в составе команды гостей играли 2 девушки, а одна из них даже является капитаном. Настроение у Екатерины Пермяковой по-настоящему новогоднее. Интересно, задорно, азартно. В первую очередь, всегда приятно играть в хоккей, тем более на природе, на открытом воздухе, новогодние праздники, это же сказка. Игра была равная, но немножко нам не повезло, конечно, но игра была хорошая, равная игра. Конечно же, главным итогом всех встреч на этом турнире было замечательное новогоднее настроение. А в общем зачете победителями стали хоккеисты-гости. Первыми из Фрязино из клуба «Ледовары», а вторыми из Лосинопетровского из клуба «Свердловка». Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.